а мы трепещем. Впереди Алексей Ягудин. Удивительная мелодия под названием «Зима». Ее Николай Морозов совершенно случайно купил в одном нью-йоркском музыкальном магазине. Просто диск инструментальной музыки никому неизвестной группы. Он его купил, послушал и, как говорится, обалдел. Теперь это программа Алексея Ягудина. «Снежная зима». Нравится мне канадский народ все-таки. Ну, вы себе не представляете, как одной волной он их поднимает. Как вот, ну, как дирижер оркестра. Буквально взмах руками и все. Они уже повскакивали, они уже не могут находиться на месте. Они визжат. Некоторые, наверное, даже плачут. Сколько напряжения, а сейчас чувствовалось уже это напряжение. Держись, Алексей, это самая опасная часть этой программы, когда такие вот летят утки, снеговики. Сколько напряжений, и в этом сезоне оно идет все время по нарастающей. Сначала были какие-то контрольные прокаты, такие, не то что я не хочу сказать, что никому не нужны, но очень простенькое такое испытание. Просто перед зрителями покатались несколько показательных туров. Потом идут серия гран-при. Турнир за турниром. Потом и наступает встреча здесь, в финале гран-при, с главными конкурентами. Потом практически она же на чемпионате России, когда нужно выдержать это ужасные испытания, чтобы попасть в сборную. Все-таки испытание есть, как ни крути, оно есть. Можно сойти с ума от этого испытания. Потом
чемпионат Европы и потом уже Олимпийские игры. Ну, что-то такое, какая-то сумасшедшая волна. Если хотите, девятый вал, эти Олимпийские игры, пережить которые может уже далеко не каждый. Смеются Николай Морозов и Татьяна Тарасова над тем, что чуть не рухнул Алексей в конце этой дорожки шагов. Прямо на камеру. Николай Морозов говорит, а кто что знает? Может быть, так и должно быть в дорожке шагов, что он должен споткнуться об тот самый снежок, который он совсем недавно кидал. Ну что ж, в чем, а в чувстве юмора ни Николаю Морозову, ни Татьяне Анатольевне Тарасовой не откажешь. А вот оценкам за технику, конечно же, Алексей Ягудин не рад. Потому что хорошо бы было бы получить что-нибудь повыше, если бы не то злополучное касание на акселе. Шикарные оценки за артистизм. Все 5-9. Такого здесь не видели уже давно. Our next skater representing Bulgaria, Ivan Dinev.